Здравствуйте, ребята. Как вы и догадались, речь пойдет о Иж-40, ребятушки. Приклад наш, корпус ваш, ствол немец и т.д. и т.п. короче. Пули тоже немецкие, ребята. Вот такие вот пули. Field Target Trophy Green. Они очень легенькие, 0,36 грамма, ребята. Сплав какой-то вообще непонятливый, ребятушки, там то ли алюминий, то ли я фиг его знает, короче. Но, ребятушки, вообще я и не пристреливал, если честно. Значит, сейчас с Тверей будем бабахать 6 с копейками метров, ребятушки. 6 с копейками, то есть, поняли, да? Вот она. И сейчас за это самое зафиксируем, короче. Зафиксируем камеру. Наверное, вот сюда, вот на этой канистрочке. Сейчас это тоже положим. А ну-ка. Как всегда, я приготовился, блин. Ой, сколько тут этих ходят. Как его? Спайдерментов дофига, ребята. Тут виноград лежал и сейчас лежит. И дофига их, короче. Ну как-то вот перекоса что ли встанет. Это канистра, блин, какая-то неровная. Ёптэте, а? Где он? А, вот она. И там на канистре лежит, и здесь. Канистру. А, вот положим так. Ага, все равно не хватает, да? Ну я как всегда, ребята, приготовился. Блин. Что это? Вот смотрите, откуда я фигачу и не получается нифига. Видите, да? Вот отсюда, блин. И не получается нифига. А ну-ка. Вот так он должен стоять, по идее. Он не хочет стоять. А это вообще... Ой, ёп. Вот сюда, что ли? А этот вообще? Здесь ручка эта сумки мешается. Вот она наконец-то. Ребята, значит, посмотрим, что у нас с кучностью получится. И потом бабахнем на этот баллончик. Ну все, я пошел здесь возьму. Взяли винтовку, взяли. Все, я к вам, ребятушки, иду. Все, начали сейчас заряжать и бабахать. А ну-ка, чтоб не последний раз. Я вообще не пристреливал, блин. Боюсь, сейчас куда-то попаду. Не туда. Ой, блин, вообще тут поднятая она сильно. Вот сейчас покрутил, я не знаю, как будет.
Видели, да, ребятушки, прям я наизусть покрутил, но не знаю, если не цепит, посмотрим сейчас. Ну, если честно, ребята, глаза уже подводят, блин. После 40 уже все к черту уже идет. Нет, фигня. Тем более там лампочка, блин, светит. Еще я никак этот не... Короче, мушку надо выровнять, ребята, по горизонтали. Никак, блин. Нормально, короче, сейчас, ребятушки, бабахнем на этот, на баллон, он продеряет его или нет вообще, да, ребятушки, сейчас посмотрим. Так, он бил чуть справа, да, ну, значит, влево будем чуть-чуть. Ха-ха, упало, сейчас посмотрим, поднесем, ребятушки, сейчас посмотрим. Ну она там, ребята. Вот. То есть она вошла. Вот тебе и 40. Как-то по кругу пошла как-то гулять. Ну, естественно, со второй стороны не вышла. Давай еще побабахаем, чтобы наверняка и чтобы она не упала у нас. А то она упала у нас, блин. Баночка эта. Вот так пускай стоит. Ой, блин, как весело, когда стреляешь, блин. Аж бегом. Вот. Так сейчас интересно, он вообще хорошие дырки делает или нет. А вот прекрасно как, ребята, смотрите. О, сквозняк, ребята, смотрите. Сейчас покажу. Вот шестигранник, смотрите, вот шестигранник. И вот смотрите. Нет, это толстый, блин. Толстый шестигранник. Йок. Видели, ребята? Видели? Иж 40. Видели, ребята? 6 метров. Я вам скажу, что это неплохо. Это совсем неплохо, ребятушки. Давайте сейчас так. Вот смотрите сейчас. Вот на дырке смотрите, что я не химичу. Одна дырка тут. Вот смотрите. Одна дырка тут, да? Нет, здесь надо заткнуть чем-нибудь. Вот такой фигней заткну. Вот. Видите, да? Так, сейчас давайте его бабахнем. Вот так. О, все. Сейчас еще раз бабахнем, ребята. Но сзади стена, блин, я вообще-то удивляюсь, как она продырявила его. Сзади стена известь, как бы. Не знаю. Интересно вообще-то. Ну фиксим. Еще раз сейчас. Бабахнем. Вот сейчас еще ближе поднесем. Все. Где попали? А, сейчас я приду и покажу.
здание прямо наверху, ребята. Сейчас покажу. Вот смотрите, ребята, вот попадание. Видите? Видели, да? Вот вам и ИЖ-40, ребята. А сейчас пули посмотрим. 2 насквозь здесь. Вот она, одна. И одна, наверное, туда, скорее всего, ушла. За этими. Или они обратно в эту попали, фиг его знает. Ну, факт в том, ребята, что он дырявит их. Сейчас давайте пули вот достанем, что ли, оттуда. Это сюда, это сюда, это тоже сюда. Сейчас я его порежу. Если он порежется, не нафиг так. Ножик нужен хороший, ребята, чтобы его порезать. А вот я ножик достал. Ребята, вы не поверите, все три пули там. 3 или 4 я стрелял. Не падай. Сейчас я поближе камеру принесу. Значит, они же как бы уходили, да? И за это самовались потом. Сейчас я покажу, ребятушки, что к чему там. Угу. Ну, видос тянется, но чё, куда денешься, ребята. Как говорится, красота требует жертв. Ребята, вот эту пулю не сейчас я стрелял, потому что это другая пуля. Поняли, да, ребятушки? Это вообще другая пуля. Это не наша пуля. Сейчас я белый листок поставлю сюда. Вот так, наверное, будет посправедливее. Упала, фиг с ним. Ёптва. Все, я рассыпал, блин. Ну, фиг с ним. Сейчас я буду доставать оттуда. Вот одна, ребята, нашел. Другая где? Короче, вы же видели, что 3 улетели. Раз. Нашел. Вот 2 нашел, ребята. Видели, да? И 3 куда-то фигню улетело. Сейчас тоже найду. Так. А, во-во-во. Недалеко ушла, ребята. Они все только юбочки продеформированные, ребятушки. Видите? Сплав какой-то твердый у них. Вот смотрите. Юбочки только и за это самого не у них, ребята. Остальное почти ничего. Видели? А жестянку, вот, пожалуйста, сквозной делает жестянки, ребятушки. Поняли, да? Ну, нормалек, короче. Но эти пули, ребятушки, я все так думаю, не на дальнях, короче. Так на Микки Маусов пойдет, короче. Ну все, ребятушки, как-то так, блин, 15 минут болтаю, я не знаю, о чем сам.
Короче, дырокол нормально, ну. Как-то так, ребятушки. Вот такие вот пироги. Ну давайте все. Вот, кто не смотрел, что творится в газовых баллончиках, посмотрите, пожалуйста. Под 90 градусов там, видите, эта фигня спускается туда. Да, интересно, сейчас я разберу пружинки, посмотрю, какие, ребята. Я же пружинки все собираю. Ну все, ребятушки, и т.д. и т.п. короче. Пока-пока всем. Вот так вот. Thank you.